Симки Скампис, если вы меня еще помните, то я Настюха Плей, я снова долго не появлялась на канале, и еще дольше я не заходила в игру. И те видео, которые последними выложены на канал, были сняты уже очень давно и просто ждали своей минуты славы. Тут я случайно заметила, что на канале добили 200 тысяч подписчиков. Всем большое спасибо, всех реально люблю, очень приятно. Короче, я подумала, почему бы не вернуться в эту замечательную, прекраснейшую игру, параллельно записав об этом видео. И чтобы понимали, видео я решила запилить со своей Харей. Непривычный формат, я тоже с этим согласна. Для меня это огромный шаг в неизвестность, не знаю, что еще добавить. В этом видео я буду тупо смотреть новинки и пытаться как недоразвитая получить значок. Приятного просмотра. Сейчас вы можете видеть перед собой мой рабочий стол, просто потому что я еще никуда не зашла, и, честно говоря, мне очень жарко, поэтому давайте быстрее начнем и быстрее закончим. Ну, собственно, сказала и сделала, потому что после этого кадра я закончила снимать и решила продолжить на следующий день. Здорово рабочему цеху, сегодня я точно сниму это видео. Но пока что я ничего нового не вижу, все та же загрузка, так что давай показывай мне что-то новое. Все еще ничего нового, снова вот эта бичара в траурном наряде. Хорошо, давайте для начала проверим донатные предложения, потому что с каждым обновлением там появляется что-то новое за 10 тысяч миллиардов рублей, и я это покупаю. Я не знаю, зачем, если я захожу в Авакин раз в месяц, в два. Ну, короче, как я и говорила, предложение «Дотянитесь до звезд с помощью эксклюзивных нарядов». Какая-то бабеха красивая, пацанчик в очечек, 28 тысяч крылья. Соблазн такой, вот прям вообще на полную, да? И сколько осталось? У нас осталось 20 часов, почти 21. Наверное, надо бы купить, но 900 рублей! Я не куплю это предложение. Ни в этот раз, ни в этой жизни, заюз. Так долго-то, господи. 1000 кристаллов мне, конечно, прям, да, всрались. Вот кому чего, а лысому расческа. Алена, сучка, шмара ты, бечевка пьяная, рыжая. Алена, ты не Алена, ты Клавдия, ё-моё. Так, давайте посмотрим сообщения. 1729 сообщений. Че, блядь, ёбнулась? Залазим все глубже и глубже в обновление. Переходим к новинкам. Пока что ничего интересного не вижу, вижу только что-то временное, вижу то, что мне тут сапоги подарили. 10 тысяч! Это что, это... Это поза? И это еще что за заявочки? Глаза за 1000 авакоинс! Глаза в снегопаде. Black Rainbow. Никому не рекомендую глаза за 1000 авакоинс, не покупайте. Вот запомните их в лицо этого человека. Ужасный мужчина. Харя потрескалась у девчонок. Значит, костюмчики, украинский танц, прическа Аллы Пугачевой. Снова Украина. Намордник, это что за сексизм? Намордник, серьезно? Ну и ладно, некоторым он нужен. Опять глаза за 1000. Вы что, издеваетесь? Ожерелье, доехали, доехали. Значит, 25 тысяч. У меня сейчас 40. Не куплю. Нет, к сожалению. Что-то незаконное. Это лампа! Какая я испорченная! Какой ужас. Быстро выходим отсюда, быстро. Надо как-то отмазаться от этого позора. Дошли до топиков. Топики, чтоб сиськи было видно. Топики прекрасные. Господи, это что, кастрюля на бошку? Что за бредятина? Кому она вообще нужна? Какой-то ошейник. Ну, короче, девочки, по-моему, намек, что мы псины сутулые. Какая-то хуйня. Шаттл Одиссей от АВКН. Этот необыкновенный шаттл является впечатляющим домом, а также твоими воротами к звездам и за их пределы, предоставляя тебе эксклюзивный доступ на АВКН Юнити Стейшн. Вот это вы высрали, конечно. А, значит, по фоточкам, что я понимаю, цена у него такая, потому что это шняга летает. По фоткам видно, что это просто конура какая-то, там еще и тёлки ходят, вообще на дом 2 похоже. Я где-то слушок видела, то что если купить этот дом, то можно получить значок. И сейчас я это проверю. Я очень надеюсь, что это правда. Потому что иначе, ну зачем мне еще этот шаттл за 10 косарей? Бандикам, успокойся, пожалуйста, скройся из виду. Ага, вот мы пришли на лобное место. Господи, как прекрасен Казахстан. Ну а дальше, слепошарая, я 10 минут носилась по этой квартире, просто потому что не заметила дверь, которая ведет к этому значку.
Ты львица, ты по натуре победительница, королева тигриса. Знаете, что я сейчас поняла? Господи, какая я тупая. 100% есть комплект с мебелью этого шаттла. Надо было комплект с мебелью покупать. Он дешевле.